Привет от Полонского, слава Украине. Ребята, две новости такие небольшие, но так, для понимания общей картины. Смотрите, по Николаеву прежде всего, мы все прекрасно знаем, что вчера Россия ударила ракетой по Николаевской облдержадминистрации. Слава Богу, люди успели выйти до этого, потому что была сирена, люди успели выйти, и большого количества жертв удалось избежать. Тем не менее, на настоящий момент нашли уже 12 тел погибших. Еще, по-моему, 18 человек успели вытянуть живыми из-под завалов, и около сотни вышло самостоятельно. Соответственно, ну вот на настоящий момент 12 человек. И еще одна новость, чтобы понять, что называется, знаете, такое жалюгидное состояние российской армии на настоящий момент. Так вот, чтобы вы понимали, более 2000 военнослужащих Путлер вывел из Грузии, из оккупированной части Грузии и послал в Украину. То есть, чтобы это 6 БТГ по ихним меркам или 5 БТГ батальонно-тактических групп. То есть, на России ничего уже не осталось. Все. Это получается из Абхазии и из Южной Осетии. Он вытянул последние 2000 человек и послал воевать. Ну, понятно, что мы их тут... Это самое. Это никто... С нами ничего не смогло сделать 200 тысяч хорошо подготовленных, а тут 2000. Ну, это смешно говорить. Просто показывает величину отчаяния и, скажем так, дно котелка, по которому скребет ложкой кремлевский диктатор, пытаясь хоть где-нибудь найти хоть маломальски боеспособные отряды, а их у него больше нет. Слава Украине!